что-то сделать, куда-то прийти, нарисовать плакат, распространить листовки, распространить там почтовые карточки, тогда мы этим занимались тоже. Оказывалось, из сотни человек один буквально что-то делает. Вот так вот и сегодня. К сожалению, народу мало, активистов немного, в суд подать никто не хочет, принять участие в какой-нибудь кампании, типа, например, муниципальных выборах в Солнечном, где нужно защищать культурное наследие, добиваться признания этой территории достопримечательным местом, никто не хочет. Потому что, дескать, вот нечего мараться, нечего тут вот заниматься какой-то политикой, нечего выходить на улицу, все равно ничего не получится. Наша деятельность заключалась в том, чтобы вовлечь людей, показать им, что получится, что есть позитивный итог этой работы. Давайте сегодня подумайте каждый о своей роли в градозащитном движении, каждый о своей роли в защите культуры. Потому что если на порядок будет больше людей, чем сегодня собралось, то действительно ни один виноватый не уйдет от ответственности, они будут это понимать. Рядом там с Мефистофелем сносили дом на улице Мира. Вот Даша Васильева занималась этим вопросом. Кто вышел куда в защиту этого исторического дома? Рядом там уже раскурочено... На разночинной было с 80-х годов. И дальше продолжается уничтожение истинной петроградской стороны. Где эта толпа людей, которая не даст выкрутить руки тому, кто сносит эти исторические здания? Поэтому главным противником нас является бездействие, лень, апатия, неверие в то, что нам что-то доступно. Мы можем все!